Как говорят исследователи феномена Sasquatch, человечество находится на грани открытия, и я с ними солидарен. Ведь оно так и есть по сути. Сами не замечаете? В последние времена участились случаи появления неведомых существ и аномалий в небе. НЛО показывает себя в общественных местах. Много очевидцев, которые уверяют, что видели снежного человека. Неужели мир скоро изменится? Всем привет, вы на канале Готика, канал о паранормальном, жутком и необъяснимом. Выпуск про неведомых лесных существ, снятых на камеру, снежные люди, оборотни. А ваше мнение насчет подлинности этих видео и фотоматериалов пишем в комментариях. Номер 7. Автор канала Sasquatch Ontario не раз вступал в контакт с лесными существами. Как говорит сам автор в своем блоге, ему удалось подружиться с целой семьей Sasquatch. Это видео снято в 2013 году. Автор у себя во дворе обнаруживает следы снежного человека, который прикасался к его машине. Также остались несколько волосинок. Автор сделал несколько слепок следов снежного человека. I'm gonna mark my finger. We got some hair in here too. One right there. And there's another hair there. Awesome. Okay, my vehicle's parked right here. There. Just keep going. Right up there. That's all Sasquatch prints. Whole straight line. We're gonna check them out. Okay, we got a right number. Hopefully that turns out good. This is the warmest we've cast in yet. Oh, that's a beautiful one. Those toes. Collection from today. All from the same guy. Let's see the contours. Номер 6. Эти фото и видеоматериалы сняты человеком по имени Бен Мартин, США. Мне неизвестно, при каких обстоятельствах были сняты эти кадры. Бен и его друг в 2008 году в сеть выложили несколько фотоснимков и видео, где заснят Sasquatch, рост у которого примерно 2,5 метра. Рост существа и человека сравнили возле сложенных сгнивших деревьев, и судя по всему, съемки проводились в пару месяцев. На видео мы видим, как оператор подходит к этому месту и снимает снежного человека. Думаю, это не простые туристы, возможно, исследователи феномена снежный человек. Номер 5. Это видео снято в 2001 году исследователями лесных существ. На видео другой исследователь делает обзор на это видео. В кадр попало волосатое существо, которое в какой-то мере понимает, что такое видеокамера. Ваше мнение насчет подлинности записи пишем в комментариях. And then you see some hair drop into the field of view. You hear some sounds, some kind of guttural sounds. And there you go. So, you know, you got to remember that this is a monochrome, you know, so and it's really intensely lit, so you don't know if that's blonde hair. Номер 4. Мичиганский догмен. В Америке история про жуткое существо, похожее на собаку, идут еще с давних времен. Очевидцы рассказывали, что видели в лесу волкоподобное или собакоподобное существо. Но не стоит путать оборотней и догмена, так как по описаниям и легендам это два разных существа. Этот снимок сделан в лесах Мичигана. На снимке мы видим черное существо, похожее на собаку, с вытянутыми и длинными ушами. Но автор, выложивший в сеть снимок, говорит, что это догмен.
А верить или нет, это уже другой вопрос. Номер 3. Неизвестное существо в зарослях. Это видео снимали в салоне автомобиля, автор Мэнди Кэтч. Что это за существо она снимает? Что это? Может быть, это медведь? Maybe two ears. I can't tell, but it's kind of creepy. And it just stood up more. Если мерить относительно деревьев и земли, существо высокого роста и стоит на двух задних. В интернете это видео назвали по-разному – Sasquatch Bigfoot Dogman. А вы как думаете, что это? Номер 2. Мне неизвестно, кем и при каких обстоятельствах снимали это фото. Среди деревьев запечатлено огромное и волосатое существо – Sasquatch. Информация по этому снимку скудная, но его опубликовали на одном из авторитетных сайтов по изучению криптидных существ. Автор говорит, что это кадр из документального видео, снятый во Флориде, но самого видео я так и не нашел. Номер 1. Техасский догмен. Это видео снял некий мужчина, турист. Он утверждает, что смог заснять это легендарное существо на видео. Как и при каких обстоятельствах сняты эти кадры, мне неизвестно. Как по мне, выглядит очень правдоподобно и жутко. Я не нашел исходный материал, поэтому сложно что-то анализировать без информации. Как вы сами видите, тут два видео. Первый, судя по всему, снят ночью оставленной камерой, а другой с руки, где существо убегает в лесу или в каком-то болотистом месте. А может быть, это кадры из какого-нибудь фильма? Но что за фильм в таком плохом качестве? А может быть, это не фильм, а старая видеозапись, снятая в 80-х-90-х годах? Как бы там ни было, морда у этого животного выглядит жутко. Похож на медведя или кабана. Жду вашей версии по данной видеозаписи. С вами был Готика, до новых выпусков, всем пока!